Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выходит замуж. Об этом 25-летняя Анна Заворотнюк сообщила в социальных сетях. В сторис девушка предложила подписчикам отгадать, обручена ли она. Большинство интернет-пользователей угадали правильный ответ. Торжество запланировано на январь 2022 года. Кто является избранником 25-летней девушки, пока неизвестно. Анна никогда не показывала его своим фанатам. Известно лишь, что со своим таинственным молодым человеком девушка познакомилась в Нью-Йорке, где училась в университете 6 лет назад. Сразу после окончания школы Анастасия Заворотнюк отправила дочь в США, где Анна получила образование по специальности бизнес-администрирования, а затем вернулась в Россию. Ранее звездная наследница рассказывала, что ее молодой человек не захотел оставаться в США, с недавних пор они вместе живут в Москве. Как известно, в феврале текущего года Заворотнюк купила квартиру в центре столицы, где живет вместе с молодым человеком. Туда она переехала из загородного дома, где остались ее мама и бабушка. В конце сентября Анна Заворотнюк дала надежду поклонникам актрисы Анастасии Заворотнюк, ответив на вопрос, как себя чувствует Анастасия. На что девушка ответила, она боец, все будет хорошо. Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на слова некого знакомого семьи, сообщили, что летом Анастасии, которая живет в своем загородном доме в Крёкшино, стало лучше. Заворотнюк проходит экспериментальную терапию, и врачам удалось стабилизировать ее состояние. Сейчас ее болезнь находится в стадии ремиссии.